Добрый вечер. В эфире «Вести Карачаево-Черкесия». Сегодня депутат Государственной Думы Российской Федерации от Карачаево-Черкесии Султан Узденов посетил пансионат «Гармония» в Черкеске. Учреждение предназначено для оказания социальной помощи в стационарной форме гражданам пожилого возраста и инвалидам. Государство обеспечивает постояльцев всем необходимым. Им оказывают большое внимание и содействие в решении вопросов, касающихся их здоровья, но им всегда важно внимание. Визит Султана Узденова порадовал жильцов пансионата. Посмотрели столовую, ваши процедурные кабинеты. Все чисто, все, все очень чисто, честно говорю. Я много где бывал, и в Москве, и тут, и есть с чем сравнить. Я могу достойно заявить, что у вас тут очень уровень такой достойный, очень чисто, аккуратно везде. Приехали вот навестить вас, чуть пообщаться с вами. Любим, уважаем, ценим. Приехали узнать у вас, какие у вас какие-то к нам пожелания, наказы. Мы вот в зале присутствуют еще мои помощники, мы приехали. Если вас что-то беспокоит, в чем-то вы нуждаетесь, вы можете сейчас это все сказать. Султан Джишарбекович, главное, одной из главных своих задач ставил заботу о старшем поколении. Чтобы вы не думали, что это какая-то разовая акция или что-то, мы периодически он будет вас навещать, приезжать. Так что у вас будет возможность вот так видеться, общаться. С 1 октября начался осенний призыв в ряды Вооруженных сил России. Говоря об итогах минувшего весеннего призыва, военный комиссар республики Сергей Белобородов сказал, что задание на призыв было выполнено своевременно и в полном объеме. Весной пополнили ряды Вооруженных сил 400 призывников из Карачаево-Черкесии. Он также отметил, что срок военной службы, как и прежде, составит 12 месяцев. Для участия в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут. Все военнослужащие, прошедшие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания. Военком рассказал о том, что к проведению призыва все готово. Необходимые запасы имущества и оборудования созданы. Начиная с 17 октября заработает прямая линия, где специалисты дадут все разъяснения по вопросам призыва. Отправка призывников запланирована, начиная с 16 октября. Традиционно наши граждане будут призываться в вооруженные силы, войска Национальной гвардии и подразделения Министерства чрезвычайной ситуации. Около 400 человек, призывников, уйдут для прохождения службы. На сегодняшний день во всех муниципальных районах и городах провели первые призывные комиссии. Около 100 призывников уже призваны на военную службу и готовятся к отправке вооруженные силы. Для участия в специальной военной операции призывники привлекаться не будут. Для этого у нас есть военнослужащие по контракту, которые добровольно идут выполнять свой воинский долг. 16 земских врачей привлечены на сегодняшний день в сельскую местность Карачаево-Черкесии в рамках реализации федеральной программы «Земский доктор, земский фельдшер», что составляет 80% от общего плана на 2023 год. Врачи уже получили единовременные выплаты из федерального и республиканского бюджета. Напомним, всего в этом году планируется привлечь в сельскую местность Карачаево-Черкесии 20 земских врачей. По условиям программы, врачи, которые переедут в малые города численностью населения менее 50 тысяч или сельскую местность для работы, получат 1-1,5 миллиона рублей соответственно. Кроме того, по инициативе главы республики, помимо федеральной выплаты, предусмотренной в рамках программы «Земский доктор», врачи получают дополнительную региональную выплату в размере 100 тысяч рублей. До начала отопительного периода остались считанные дни. Коммунальные службы региона уже отчитались о проделанной работе и теперь ждут условий, необходимых для подачи тепла в дома и организации. Когда это произойдет, расскажет наш корреспондент Артур Мхце. В 13-й котельной региональной столице пока тихо, разве что эхом разносятся по зданию шаги специалиста тепловых сетей. По словам заместителя главного инженера Ирины Бекбулатовой, все необходимые регламентные работы уже проведены. Осталось дождаться, когда среднесуточная температура в городе в течение 5 дней будет держаться ниже 8 градусов. Чтобы избежать проблем во время отопительного периода, коммунальщики провели масштабные работы по обновлению сетей. Самые заметные на участке Международной Орджоникидзе, а также на Фабричной.
Всегда делается очень много подготовительных работ в плане подготовки газового оборудования, в плане подготовки электрического оборудования, ну и непосредственно нашего тепломеханического оборудования. Все регламентные работы выполнены. В этом году мы провели еще очень большую работу по покраске, вернее, по антикоррозионному покрытию дымовых труб. Все 20 котельных Черкесска готовы к началу холодов. Впрочем, в случае выхода какой-то из них из строя, нагрузки без потери качества будут перенаправлены на остальные. 10-я котельная – одна из самых больших в городе. Здесь стоит как отечественное оборудование, так и зарубежного производства. Причем наши, отмечают коммунальщики, намного лучше, так как изначально создавалось под условия российской зимы. На улице пока держится теплая погода, однако в любой момент может похолодать. У специалистов тепловых сетей есть порядок подключения абонентов, которому они следуют каждый год. Ну, как правило, последние годы мы включаем немного раньше. Потому что у нас еще такой регион, что вот стоит нам уже вроде бы похолодало, да, люди хотят тепла. Мэрия дает распоряжение, мы начинаем отопительный сезон, и после этого начинаются очень теплые дни. Наша диспетчерская просто не выдерживает от звонков, что нам очень жарко. Несмотря на то, что оборудование тепловых сетей полностью готово к началу отопительного периода, могут возникнуть нештатные ситуации. Какие-то проблемы у потребителей тоже порой случаются. В ресурсоснабжающей организации рекомендуют по всем подобным вопросам обращаться в диспетчерскую по номеру телефона 28-22-42. Артур Мхце, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия. Новые туристические комфортабельные поезда начнут ходить из Ростовской области и Краснодарского края в Карачаево-Черкесию с ноября. Продажа билетов на новые маршруты уже открыта на сайте РЖД. Туристические поезда будут курсировать в формате «отель на колесах». Посадка пассажиров на них предусмотрена на станциях Невинномысская для путешествующих в Карачаево-Черкесию. Туристический поезд «Выходные на Донбай» совершит два рейса – отправлением из Ростова-на-Дону 24 ноября и 8 декабря. Состав доставит туристов в Черкесск. Двухдневная программа пребывания в республике предусматривает экскурсии на горнолыжные курорты Донбай и Архыз с осмотром самых интересных природных достопримечательностей. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 4-9. В горах минус 2 плюс 3, а днем 17-22 градусов тепла и местами до плюс 15. В Черкесске без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 7-9, а днем 20-22 градусов тепла. По поручению Рашида Тимрезова начата работа по сохранению объема часов на изучение родных языков. Глава республики поручил установить на уровне каждой образовательной организации для обеспечения более глубокого освоения программы преподавания предметов на родных языках не менее 3 часов в неделю. Ежегодно из регионального бюджета выделяются денежные средства в размере 4 миллионов рублей на издание учебных пособий по предметным областям родной язык и родная литература на абазинском, карачаевском, ногайском и черкесском языках и на издание прописей для первоклассников на 4 языках. Здесь, в Донбайе, начался его путь в альпинизме, а после Николай Черный стал высотником и совершил более 30 восхождений на 7-тысячные вершины и 7 восхождений на 8-тысячнике планеты. Дважды был на Эвересте и провел множество интересных экспедиций. Но с нашим краем Николая Дмитриевича связывают особые воспоминания. Донбайские пейзажи стали причиной флешбека о становлении пути альпиниста с мировым признанием, которыми он поделился с нами, репортаж Аллы Динаевой. Донбай по праву считается школьной партой советского альпинизма. Здесь начинали ходить самые известные и легендарные наши альпинисты. Поездка в Донбай в 1957 году кардинально изменила жизнь первокурсника Московского энергетического университета Николая Черного, а ныне знаменитого альпиниста. «Горы в окрестностях Донбая не самые сложные, но природа и дух замечательные», говорит Николай Дмитриевич.
самая-то красивая вот пекана, вот она. Но она не сложная, это двойка. А так вот траверс Домбай, это вот первая пятерка, которую я тут прошел. К сожалению, пошел дождь, и придется прервать наше интервью. Мы очень рады вас видеть в Домбае. Спасибо на добром слове. Общение с Николаем Черным и Владимиром Шатаевым в другой день, в солнечную погоду, мы продолжили уже на вершине горы Муса-Читара. Вот я на Малом Домбае был, траверс Большого Домбая прошел, Южный Домбай прошел, Птыш прошел. Это все облажено. Я чуть напутала, подумала, вот это пекине отсюда. В альплагере Алибек в Домбае я вырос до первого спортивного разряда, а потом перешел на высокие горы, рассказывает Николай Дмитриевич. Я, в общем, высотник. 30 с лишним восхождений на 7-тысячники и 7 восхождений на 8-тысячники. Дважды на Эвересте был. Ну, это все в Непале я ходил. Вот. А потом я еще провел кучу экспедиций уже, будучи, так сказать, в возрасте. Николай Черный – руководитель российской гималайской экспедиции в 2001 году, который взошел на последний непокоренный 8-тысячник планеты вершину Лхотзе среднюю, а еще он главный тренер сборной России по альпинизму, совершивший в 2007 году восхождение на К2 по ранее непревзойденной западной стене, самому сложному маршруту, на вторую по высоте вершину мира. А чтобы стать хорошим альпинистом, надо быть физически крепким, здоровым и психически уравновешенным, считает Николай Черный. Ну и компанейским, грубо говоря. У нас коллективный альпинизм. В одиночку у нас и запрещено было ходить, и не ходим. Да это опасно, да и глупо одному ходить, грубо говоря. Ну, с моей точки зрения. Хотя есть такие солисты, будь здоров, как ходят. Николай Черный совершил восхождение на высочайшие горы Советского Союза и стал обладателем титула «Снежный барс». Все высшие семитысячники бывшего СССР. В 83-м году это закрыл пиком победы. Начинающим альпинистам, вот, что бы вы хотели пожелать, порекомендовать? Это любое дело, как говорится. Руби сук по себе. Не надо сразу лезть на Эверест. Плохо кончится. Символ Домбая – Белли Алакая, но я там почему-то не был. Почему, не знаю, улыбаясь, признается Николай Дмитриевич. Легендарный человек, простой и интересный в общении, изменил мое отношение к этому горному виду спорта. Альпинисты – это думающие люди, ведь горы не прощают ошибок. На вершине горы Муса-Читара воздух с ароматом альпийских трав и вкус чая необыкновенный. На высоте более 3000 метров мы слушали рассказы легендарных альпинистов о наших горах и заморских вершинах, а после и песни Висбора воспринимаешь иначе. Туда не занесет ни лифт, ни вертолет, там не помогут важные бумаги. Туда, мой друг, пешком и только с рюкзаком, и лишь в сопровождении отваги. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. На днях в Казани студенты Карачаево-Черкесского исламского института имени имама Абу Ханифа приняли участие в 16-й Всероссийской олимпиаде по исламским дисциплинам и арабскому языку с международным участием. Данное мероприятие проходило в рамках празднования 25-летия Российского исламского института Республики Татарстан. В олимпиаде приняли участие 35 учебных заведений из регионов России и стран СНГ. Состязание проходило по 3 номинациям – арабский язык, основы религии и исламское право. В номинации «Исламское право» победу одержал представитель Карачаево-Черкесского исламского института имени имама Абу Ханифа Абдунасир Садиев. Победители и призеры были отмечены грамотами и ценными призами. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Доктор Краснов». Я прощаюсь с вами. Всего доброго.